Оперируете ли вы толстые колени? Рост 162, вес 53, спорт каждый день, а колени все равно толстые. Регулярно оперирую толстые колени. Однако надо понять причину толщины колен. В основном чаще всего пациентов беспокоит ширина и нависание кожной складки в зоне надколенника. И большей частью это связано с анатомией скелета, поскольку мыщелки, то есть у нас бедренная кость достаточно узкая, и мыщелки в 2,5 раза больше, чем бедренная кость, они создают такую толщину. И у очень худых пациенток, кстати, колени могут казаться толстыми, именно казаться за счет скелета. Но если в подкожевой клетчатке, в коленной области есть локальные участки гипертрофии жировой ткани, то есть увеличенный объем жировой клетчатки, то тогда за проблему берусь я. И за счет липосакции, липоскульптурирования этот объем уменьшается, и результат удовлетворяет вполне пациенток.